Алексей Николаевич, сегодня у «Кузнецких медведей» второй тренировочный день. Как будет строиться работа? Сегодня работаем по группам. Первая группа идет у нас на лед, вторая сдает тесты. Ну, это обычная работа, где надо проверить ребят, как они готовы после отпуска. Посмотреть физическое состояние, чтобы дальше в дальнейшем складывать тренировки. Не перегружать, либо наоборот где-то там добавить. Первая группа у нас на льду сегодня занимается, потом зал атлетизма. В зале у них обычная будет тренировка подготовительная. Завтра они будут тесты, поменяются. Эта группа будет уже работать на льду и в зал. На льду сегодня к нам пришли ребята показать молодым парням, чтобы они учились. Два наших чемпиона. Обычно часто так складывается, что ребята уже готовятся, но у них чуть попозже сбор начинается. Вот самостоятельно тренируются на льду. Они ходили тренироваться с любителями, но это совсем не то, когда в рабочем режиме с командой работаешь. Намного плодотворнее проходит подготовка. Пока вот два дня будет работа такая, потом уже будем совместно проводить тренировки. У нас будет утром лед до 2 числа и вечером будет земля. Ну, там уже и на ловкость, на гибкость будем заниматься. Потом бегать отрезки, короткие, длинные, кроссы пойдут. 4-го уедем в Бердск. И там уже продолжим основную нашу работу. Сейчас пока втягивающая идет, а там уже будет тяжело, но это все нам надо сделать. Это для роста ребят, чтобы добавить каждый год. Это приносит им и силы, и развивает их как спортсменов в дальнейшем, чтобы они уже показывали результаты и становились уже новые чемпионы у нас. Вы сказали, что Кирилл Капризов, Никита Лямкин потренируются на льду вместе с нашей командой. Получается, такой образно небольшой мастер-класс получится для «Кузнецких медведей». Здесь не то, что мастер-класс. Все равно, кто ребята с КХЛ, они приходят выше уровнем. Это и владение клюшкой, и катание, и мышление. Все намного быстрее выполняют. Ребята за ними тянутся. Это естественный такой процесс. Тем более у нас ребята молодые. Для них это, я думаю, вообще очень приятно, когда приходят люди. Сегодня один мальчик подошел и сказал: отец, говорит, не поверишь, что сегодня в одном составе буду с Капризовым тренироваться. Я говорю: не переживай, может, еще поиграешь. Самое главное, все от вас зависит. Тренируйтесь, растите. Что касается сегодняшних тестов, помимо теста Купера, что будет ждать еще ребят? У нас входит отжимания, подтягивания, потом на пресс упражнения и со своим весом присед, жим, лежа. Все стандартное. Владислав, как проходит сейчас тренировочный процесс на льду? Что делают полевые игроки и что, может быть, делают вратари? Ну, процесс проходит хорошо. Полевые игроки, то есть, занимаются сначала над катанием. То есть, там вспоминают то, что забыто летом, и восстанавливают навыки свои определенные. Кто-то из новеньких учится да чему-то. Что касается вратарей, мы работаем над катанием. На данный момент больше акцент делает. И потом как бы техника, все вспоминаем, тоже что забыто летом. Там кто-то не работал, кто-то работал. То есть такие моменты над перемещением. Вот так вот.
Ты сегодня в ходе одного из упражнений поиграл против обладателя Кубка Гагарина Никиты Лямкина и против олимпийского чемпиона Кирилла Капризова. Что скажешь, как впечатление? Ну, всегда интересно с такими ребятами как бы покататься, поиграть против них. Ребята мастеровитые, то есть не зря они добились таких высот. Как бы нам надо стремиться тоже к их уровню, к их мастерству, добиваться таких же достижений. Ребята, кто в молодежной команде находится, да, из полевых игроков, то есть могут чего-то новое посмотреть, да, подчеркнуть. То есть а нам, как вратарям, тоже интересно. У них немножко другое мышление, потому что они играли на таком высоком уровне. Играли с мастерами, они уже сами мастера. Поэтому нам тоже интересно. Ну что, тебе сегодня пару эффектных сейвов удалось сделать? Да, я думаю, удалось. Каждую тренировку стараемся как можно больше делать эффектных сейвов, работать до конца, до последнего, бороться за каждую шайбу.